27 сентября в нашей стране отмечается День туризма. В России этот праздник мы празднуем с 1983 года. Ну а сегодня о Магаданском туристском клубе, о том, что сделано и какие планы впереди, нам расскажет его руководитель, председатель президиума Магаданского областного отделения Федерации спортивного туризма России, кандидат в мастера спорта СССР по туризму, инструктор спортивного туризма Российской Федерации Панфилов Андрей Михайлович. Это разговор по существу. Здравствуйте. Добрый. Ну, давайте начнем с самого начала. Магаданский городской туристский клуб. Что вы можете о нем рассказать и с какого времени он существует на территории нашего города? В Магадане это уже третий турклуб. Дело в том, что первый туристский клуб в Магадане был создан в 60-е годы. В 60-70-е годы он существовал. Потом этот клуб прекратил свою деятельность. Какое-то время клуба не было. И вот я приехал в Магадан в 80-м году, клуба не было. Мне удалось собрать группу энтузиастов, с которой мы в 86-м году, в сентябре 1986 года, создали таки турклуб, организовали его. Этот клуб работал более 10 лет, до тех пор, пока было финансирование, содержание помещения. Потом, значит, мы прекратили свою деятельность. Долгие годы после этого туризм в Магадане спортивный в плане организационном никак не был, значит, представлен. И вот, наконец, в 2016 году мы смогли снова возродить клуб. И таким образом, в декабре этого года клубу уже будет исполняться 3 года. А сколько сейчас человек насчитывает Магаданский туристский клуб? На сегодня 100 человек ровно. Какие цели ставят перед собой участники клуба? Почему они приходят в Магаданский туристский клуб? Ну вот я обычно, когда меня спрашивают, а зачем нужен турклуб, я говорю так. Если человек спрашивает, зачем нужен турклуб, значит, турклуб ему не нужен. Потому что человек, который знает, для чего ему нужен турклуб, он сам придет. Клуб туристов – это объединение людей, которые объединились исходя из своих общих взглядов, не только, скажем, на отдых, не только на спорт, но даже на образ жизни. Раньше так и говорили вот в нашем туризме, что турист – это образ жизни. Потому что и домашние заботы, и частые работы, они отступали на второй план, когда речь шла о туристском походе. Значит, наши ребята объединились с целью как раз создать структуру, которая может в городе не то чтобы управлять, а как-то координировать всех туристов. Именно спортивных туристов, самодеятельных, как раньше говорили, туристов, людей, которые любят активно передвигаться. И цели у клуба, они, в общем-то, традиционны для туризма. Это развитие именно туризма в городе, вовлечение новых туда членов, вот, среди молодежи, как можно больше пропаганды вести. Работаем мы по нескольким направлениям. Значит, первое направление – это обучение. Дело в том, что, как ни странно, туризму нужно учиться. Если человек прочитал в интернете пару-тройку каких-то там заметок, каких-то там, значит, сайтов прочитал и вознился туристом, это вовсе нет. Значит, турист должен иметь структуру, систему определенных знаний. Вот раньше в Советском Союзе была очень четкая структура по подготовке. Начальная туристская подготовка, средняя и высшая. И туристы видели от самых первых шагов и до кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта. Сейчас вот это все разрушено, и мы, по крайней мере, здесь, в Магадане, пытаемся что-то восстановить. Вот мы уже 3 года проводим городские курсы начальной туристской подготовки. Они проходят, значит, с марта по май. В 2016 году на эти курсы пришло 65 человек. Это хороший показатель, по-вашему? Это исключительно хороший показатель. Дело в том, что в 2000-е годы я пытался с помощью спорткомитета городского, а именно с помощью зампредседателя спорткомитета Васина, проводить здесь подобные курсы. Значит, в течение 2000-х годов я провел таких курсов 3. И выхлоп, честно говоря, то есть результат был не очень большой. Максимально, что мне удалось собрать, это 18 человек.
То есть люди походили, потом они исчезали. И я уже был совсем отчаялся. И потом, когда в 2016 году мы все-таки решили еще раз пройти такие курсы, пришло 65 человек. И стало понятно, что люди созрели, критическая масса для развития массового туризма в Магадане накоплена, есть желание большое, и это прекрасно. И вот за 3 года, что мы проводили эти курсы, у нас подготовлено уже 120 человек, которые получили право водить походы, они получили удостоверение, значит, соответствующее участников руководения походов выходного дня. Это начальный уровень. Кроме того, значит, ребята получили, многие из них, значки «Турист России». Сейчас мы имеем такое право вручать уже. Спорткомитет раньше вручал, сейчас уже Федерация спортивного туризма создана в Магадане, тоже такие значки может вручать. Помимо туристических слетов, которые вы проводите на регулярной уже основе, какими еще достижениями может похвастаться городской туристский клуб? Во-первых, мы проводим соревнования, которых давно уже не было. Вот в текущем столетии, по крайней мере, мы были первыми, кто проводил в Магадане туристские соревнования. В 2017 году провели городские соревнования на полосе препятствий, пешеходный туризм. Было тогда 5 команд. Это было начало. А в прошлом году уже у нас было 10 команд тоже на полосе препятствий. То есть рост налицо. Сейчас вот мы проводим уже, планировали проводить городские соревнования очередные, да? Но их было решено совместить с областным туристским слетом. То есть в рамках туристского слета будут открытые городские соревнования по туризму. Вот это ожидается 5-6 октября. Кроме того, я уже говорил о, значит, подготовке туристов как руководителей и участников походов выходного дня. Мы также занимаемся судейской подготовкой. Доселе у нас в Магадане не было судейской коллегии по туризму, по спортивному туризму. Федерация спортивного туризма наша магаданская и городской турклуб в августе этого года, списавшись с представителями, значит, судейских коллегий страны, здесь, в городе, организовали семинар по подготовке судей спортивного туризма. Он прошел в августе, и его закончило 20 человек. Теперь у нас уже есть свои судьи, которые могут судить на профессиональной основе. Тем более, что сейчас новые правила по туризму. Если раньше спортивного туризма как такого не существовало, туризм входил в сферу деятельности профсоюзов. В то время как, скажем, альпинизм входил в сферу деятельности именно спорткомитета России, Советского Союза. То есть сейчас, значит, туризм приравнен к альпинизму, к боксу, к футболу и так далее, и так далее. На него распространяются те же самые нормативы, которые существуют для других, в том числе и олимпийских видов спорта. Поэтому страшно ужесточились требования, значит, масса бумаг, масса нормативных актов, и все это необходимо знать для того, чтобы, в общем-то, деятельность свою осуществлять так, как положено. Для того, чтобы люди, которые у нас участвуют в соревнованиях, могли получать спортивные разряды. Ну вот, говоря о достижениях, вы почему-то не упомянули о Магадане проекте, который называется «Туристические тропы». Кто вообще был инициатором этой замечательной идеи? Значит, проект называется так. Значит, маркировка и обустройство туристских экологических троп в окрестностях города Магадан. Этот проект возник больше года назад. Инициатором этого проекта была наш турист, член нашего турклуба, Ксения Яковлева, которая предложила это сделать. Конечно же, хорошее дело, мы все с энтузиазмом это поддержали. Был разработан соответствующий проект и поданы документы на президентский грант, потому что дело очень затратное, без финансирования здесь никак. Учитывая то, что турклуб на тот момент не имел своего счета, мы нашли общественную организацию, которая имеет свой счет. Это Магаданский центр окружающей среды. И через этот центр окружающей среды мы заявили, значит, на президентский грант. Получилось так, что наша заявка была одной из самых, скажем так, лучших оказалась. Значит,
На сайте президентских грантов есть там такой показатель, как, значит, критерий 75%, значит, мы получили, вот, и, соответственно, выиграли этот грант. Значит, это был 18-й год, вторая часть 18-го года, потому что гранты два раза в год разыгрываются. Получили сумму около 500 тысяч рублей, которая целиком, я подчеркиваю, целиком ушла на такие вещи, как покупка снаряжения, оборудования для обустройства, значит, троп, на расходные материалы, на кое-какие транспортные расходы, а также на заказ, и печать буклетов, на заказ, значит, стендов, то, что мы установили на тропах. Хочу еще раз сказать, значит, что все, кто в этом проекте участвует, это члены нашего городского турклуба. Именно эти ребята, значит, за свои, скажем так, коврижки, то есть без всякой оплаты, свое рабочее, свое свободное время, выходные дни, отпуска, часто после работы вечером, значит, ходили по тропам, чистили их, таскали на себе, значит, снаряжение, скамейки, оборудовали стенды. Дело в том, что название это такое, маркировка троп, подразумевает очень большой объем работ. Во-первых, тропу для начала необходимо очистить. Вот, допустим, взять тропу на бухту Батарейной. Это очень интересный маршрут, примерно 20 километров, вот, который идет со Старой Веселой на батарею корабельных орудий, которая в свое время закрывала подступы к городу Магадан. Довольно популярный маршрут, но тропа совершенно не обустроена. Там бревна лежали поперек тропы, потому что деревья падают, так? Качающиеся какие-то камни. И самое главное, что часть тропы, примерно одна ее треть, которая ведет с перевала от бухты Старой Веселой к реке в бухте Батарейной, целиком заросла кедровым сланником. Вот я когда приехал в Магадан, я помню, что там еще была туристская тропа, по ней ходили. Сейчас это уже было полностью заросшее. Мертвые там, значит, кусты сланника, которые надо было удалять. Пришлось все это чистить. Несколько дней с бензопилами, с ручными пилами ребята убирали вот эти вот, значит, сухие кусты. Далее. По этому участку проходила когда-то линия электропередачи связи, которая шла как раз к этим пушкам. Столбы остались, но провод, этот ужасный провод металлический, по всей тропе лежал. Это надо было резать, убирать, уносить. Это тоже большая работа. То есть, значит, очистка сначала тропы. Далее, вот возьмем, скажем, тропу дальше, когда уже поднимаемся непосредственно к пушкам. Там было более-менее чисто. Но, если мы, скажем, возьмем тропу на Каменный Венец, там была такая интересная картина, что тропа, проходящая через Ольховый лес, была разбита, видимо, квадроциклами, потому что поломанные деревья лежали просто штабелями. Вот люди ездят, совершенно не думая о природе. Это все приходилось пилить, вытаскивать, убирать. Вот это очистка. После чего идет, собственно, маркировка. Маркировка – это нанесение знаков, которые должны быть стандартизованы. Если кто-то хочет, допустим, делать маркировку, он должен знать, что знаки должны быть определенные совершенно. Просто так от себя, значит, нельзя здесь применять. Кроме того, есть участки, где, допустим, знаки могут быть недостаточных, этих знаков, марок. Тогда приходится делать туры, то есть из камней складывать такие пирамидки, которые позволяют ориентироваться на местности. То есть задача маркировки в чем? Сделать так, чтобы люди прошли безопасно по этой тропе. И могли по ней пройти даже в случае тумана, чтобы не потеряться. Это очень важно для особенно людей, которые первый раз идут по тропе, для семей с детьми, для школьников, для учителей, допустим, с классом и так далее. А наш проект, он рассчитан как раз вот на самые массовые слои населения. Потому что туристы-спортсмены, которые опытные, они пройдут где угодно и так пройдут. А вот горожане в своей массе, как раз им надо бы сделать
так, чтобы полегче проходить. Вот мы к этому стремились. Кроме того, здесь же на тропе, на этой, значит, обустроены кострища, где можно разводить костры, скамеечки поставлены. И в начале тропы стоят специальные стенды, большие такие, на металлических треножниках, пластиковые стенды голубого цвета, на которых схема тропы обозначена, нарисованы определенные, скажем, инфографика, как вести себя на тропе, что с собой брать, параметры тропы, как-то километраж, допустим, опасные места обозначены. То есть человек, который подошел к этому стенду, он про тропе может узнать все. Кроме того, там есть и телефоны организаций, которые непосредственно за эту тропу, к эту тропу делали. Вот. А также есть ссылки на телефоны спасательных служб. Вот. Далее по тропе еще у нас заставлены стенды, где, значит, показаны правила поведения в природе. То есть как вести себя, допустим, с дикими животными, как вести себя с растениями, как мусор убирать. Противопожарные правила. То есть назначение вот этого огромного проекта – сделать такую тропу, по которой люди, скажем так, первый раз пришедшие, значит, на эту тропу, могли пройти, во-первых, безопасно, раз, во-вторых, достаточно легко, и, в-третьих, чему-то научиться, то есть какие-то новые узнать сведения об этом месте. Но в частности, допустим, вот тропа, которую мы проложили вдоль берега бухты Нагаева, на Корейский ключ, вот. Там около тропы есть обломки парохода «Ваточин», который взорвался в свое время после войны. Вы знаете, здесь, значит, в Нагаевской бухте с грузом взрывчатки. Вот. Вот, эти, вот такие вот описания, они как раз вот есть в этих стендах. Но, кроме того, наши ребята, именно туристы тур-клуба, в свободное время сами разрабатывали не только макет этих стендов, вот, они разработали также и буклеты, которые потом мы заказали издательству «Охотник». Значит, эти буклеты, значит, распечатаны за деньги гранта. Эти буклеты будут раздаваться потом жителям Богдана бесплатно. Это вкратце о проекте. Проект, конечно, большой. Он, значит, начат 1 января, значит, этого года. И официального окончания – это ноябрь этого года. Значит, 26-27 числа мы будем представлять свой проект вот в библиотеке в виде презентации. Там уже будет послушать более подробно, что это такое. Но вообще еще будут какие-то тропы дополнительно разрабатываются к тем, которые уже существуют сейчас? Мы планируем продолжить эти разработки. Более того, допустим, тропа на Каменный Венец, так? Она же может быть продолжена как в сторону мыса Чирикова, так она может быть продолжена в сторону, значит, ручья Березовый, бухту Светлую. Вот. Есть другие тропы интересные. Даже такие простенькие тропы, как тропа, допустим, на Кангали, ее тоже можно отработать. Вот. Что могу еще сказать по этим тропам? Они могут быть интегрированы в процесс обучения в школах и в техникумах. В плане, скажем, в школах – это география, биология, это спорт. Дело в том, что сейчас есть, значит, в комплексе ГТО нормативы по спортивному туризму. Для того, чтобы сдать эти нормативы, нужно пройти определенный километраж, но надо пройти этот километраж по сертифицированной тропе. То есть тропа, которая входит в каталог определенный, на который составлен паспорт, и которая отвечает соответствующим требованиям. Вот такая тропа сейчас у нас появилась, это тропа, значит, на Корейский ключ. Она подходит для сдачи норм ГТО. Значит, далее на каждый маршрут мы будем делать, кроме вот этих буклетов, мы будем делать паспорта. Именно вот эти паспорта маршрутов, куда войдут все сведения по ним, они будут включаться, позволят включить их в единый каталог маршрутов Магаданской области.
По итогам 5-го Восточного экономического форума президент Владимир Путин дал поручение, ну, в частности, среди тех масс поручений, которые он дал, представить предложение по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальнего Востока, ну, при условии соблюдения режима особо охраняемых природных территорий. Вот как по-вашему, Андрей Михайлович, нужны ли инвесторы Колыме? На мой взгляд, для развития туризма, именно туризма массового, коммерческого, скажем так, не любительского, спортивного, а коммерческого туризма, инвесторы, конечно же, нужны. Потому что у нас две большие проблемы в городе Магадане и в Магаданской области. Значит, первое – это логистика, то есть отсутствие доступных транспортных возможностей сюда. И второе – это отсутствие инфраструктуры. Те же самые отели, допустим. Вот. Сейчас вот создан, к счастью, значит, туристский информационный центр при Министерстве культуры нашем, Министерстве культуры и туризма, который в какой-то степени взял на себя роль координатора вот таких, значит, маршрутов. Но инфраструктуру это не заменяет, конечно же. И самое главное, мы должны знать, что подобного плана, значит, проекты, они не рассчитаны на жителей Магадана. Сразу оговорюсь, не потому, что, значит, жители Магадана такие, значит, не интересующиеся туризмом коммерческим и экологией, а просто потому, что мало нас в области, мало населения, и в Магадане немного. Поэтому подобные коммерческие проекты не могут быть успешно реализованы, исходя из того, что им будет заниматься только местное население. Это должен быть въездной туризм. А въездной туризм, еще раз, это логистика и это инфраструктура. По-вашему, в каком направлении нужно развивать туризм именно в Магаданской области? Дело в том, что у нас под боком есть замечательная Камчатка, которая будет на себя оттягивать, скажем так, знатоков. Потому что на Камчатке все-таки природа разнообразнее, чем у нас, к сожалению. Иностранцев может также оттягивать и Аляска, которая находится тоже не так уж далеко. Значит, необходимо нам, скажем, стрелять сразу из нескольких орудий. Это экологический туризм, это краеведческий, этнографический туризм. Вот. Но это больше, скажем, подходит для Чукотки, чем для Магаданской области, этнография. Но тем не менее. У нас обычно говорят, что мы будем привлекать туристов для того, чтобы возить их по лагерям. Вот для жителей Магадана такие туры, которые могут быть одно-двухдневные, допустим, это рыбалка, это снегоходные туры, так, это может быть даже путешествие на оленях или на собаках, если вдруг такое разовьется, это да, это возможно. Вот. Но глобальных проектов... Вот я не специалист по глобальным проектам, поэтому здесь не могу вам ничего сказать. Андрей Михайлович, на завершение нашей беседы расскажите о ваших излюбленных туристических местах, как в нашем регионе или в целом по стране. Что касается Магадана, вот непосредственно в окрестностях Магадана, наиболее интересные, скажем так, в пределах взгляда, да? На мой взгляд, самое интересное – это полуостров Кони. Учитывая то, что, во-первых, полуостров Кони – это самая южная точка Магаданской области, как ни странно. И когда в июне с южной стороны полуострова, с южной, с мористой стороны, цветут цветы, летают птицы, бабочки и так далее, то с северной стороны лежит снег. Кроме того, там альпийский рельеф, там горы имеют структуру, очень похожую на скажем так, большие настоящие горы. У нас горы небольшие, 1500 метров всего, но там есть кары, которые оставлены древними ледниками. Вот на полуострове Кони, допустим, растут у нас старейший сланник. Толщина, значит, стволов достигает толщины бедра взрослого человека. Вот, длина 5-6 метров одного ствола. Вот. Там находится, скажем, да, мы знаем, что полуостров Кони – это эпицентр наших землетрясений магаданских, да? Допустим, там есть следы землетрясения 1908 года, когда
в результате мощнейшего землетрясения даже лес загорелся, потому что были трещины, значит, в коре, и выступали горючие газы, загорелся лес. До сих пор это вот остатки там можно будет видеть. Ну, кроме того, конечно, мы знаем, что полуостров Кони – это место, где очень много медведей, да? Вот. Я неоднократно там сам с ними встречался. И еще, там свой микроклимат. Там огромные деревья, чизинии, тополя, очень больших размеров, которых в окрестниках Дона нет. В долине реки Бугурчан, допустим, там луга дикого лука, которая достигает высоты выше колена, до бедра, дикий лук. Вот. А когда поднимаешься в горы, то там альпийский рельеф, и там альпийские, конечно, травы. Там цветы в июле, просто все стилает цветами. И многочисленные озера. Очень красиво. Другая интересная, значит, горная страна, неподалеку от Магадана, это в верховьях, значит, Олы. Нет, не совсем в верховьях Олы, в среднем течении Олы. Это как раз гряда Билибина, где тоже своеобразные, конечно, горные хребты, тоже есть скары. Вот, там известное озеро Макмак находится, где водятся, значит, реликтовые рыбы, гольцы. Вот. Очень интересное место. В целом по Магаданской области, конечно, мест много, но нельзя не назвать, значит, хребет Большой Аначак, это район озера Джоконда, это, конечно же, наша жемчужина. Вот. Хребет Чорги, это в Сусуманском районе, где протекает известная сложная река Амулевка, озера Малык-Мамонтай находятся. Мест красивых много по Магаданской области. Что касается по стране, то в стране практически в каждом регионе можно найти что-то интересное. Вот я был от, знаешь, Кавказа до Тяньшаня, Кузнецкий, Латау, Таймыр, Чукотка, Камчатка, Приморский край, Аляска. Вот. Везде что-то есть интересное. Вот. Ну, конечно, допустим, Тяньшань поражает своим размером, размахом. Тяньшань глазам не окинешь. В то же время Кавказ, вот я поймал себя на том, что когда зашел на Эльбрус, я стою на Эльбрусе, смотрю, значит, перед собой, и я вижу перед собой все те вершины, о которых я читал в книгах, о которых поются в песнях альпинистских, в рассказах. Они все перед тобой, как на ладони. То есть в пределах доступности взгляду. Кавказ очень компактен. А Тяньшань безграничен, конечно. Там масса хребтов. Кузнецкий, Латау, где я был в походе, тоже прекрасное место. Это граница Алтая, юг Сибири. Поражает там растительностью, конечно, пихты 40-метровые. Пихтовые леса, которые здесь у нас, конечно же, нет. Прекрасно Приморье, конечно, но не такое сложное с точки зрения туризма. Вот. Но очень интересные леса, очень интересные сосны, растущие на побережье, в диких местах. Вот. Море, конечно же, это отдельный разговор. В Приморье там, с точки зрения спортивного туризма, интересные реки, там есть довольно сложный маршрут. Вот. Ну и, конечно же, Камчатка наша. Это уникальное место, благодаря своим вулканам. Это не передать. Вот когда ты утром просыпаешься, выходишь на улицу, и в прозрачном там воздухе перед тобой огромная, конусообразная, совершенно гладкая, чистая гора. И сверху еще дубок такой курица. Это здорово просто. Андрей Михайлович, большое спасибо вам за беседу. Было безумно интересно. Сегодня мы общались с председателем Президиума Магаданского областного отделения Федерации спортивного туризма России, кандидатом мастера спорта СССР по туризму, инструктору спортивного туризма Андреем Михайловичем Панфиловым. Это был разговор по существу. До свидания.